Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия выступил с идеей включения в школьную программу предмет священного писания. В моем лице я хочу вас заверить, что школы Абхазии готовы к тому, чтобы принять священное писание в учебную программу. И есть зарубежный опыт, например, Республики Беларусь, где мы недавно были, и руководство страны внедряет священное писание в учебную программу общеобразовательных школ. Я надеюсь, что именно знакомство с Библией, со священным писанием, с Евангелием будет начинаться со школьной скамьи.